Сегодня в команде «Утро добрых дел» я, Надежда Свиндяева. Я работаю одна, а все потому, что задание у меня очень деликатное. Рядом со мной находится одна из наших любимых героинь Ханжина, Вера Яковлевна. Ей 91 год, и вот сегодня Вера Яковлевна чувствует себя не очень хорошо. Вера Яковлевна, расскажите, пожалуйста, что случилось с вами? Что случилось? Да и вообще здоровья никакого. Нету, плохое. Сердце у меня болит. И ноги сильно болят, ночами я не сплю, считай. Вера Яковлевна Ханжина – любимый подопечный команды «Утро добрых дел». У нее мы уже наводили порядок. Она отдавала свои книги для сгоревшей библиотеки Богучанского района, и именно ей привозили картофель в финале проекта «Тонна картошки». Мы, друзья, часто созваниваемся, и как только стало известно, что Вера Яковлевна болеет, мы оказались рядом. План действий у нас такой будет. Вера Яковлевна будет лежать. Вы согласны? Будете лежать? Ага. А я вымою вам полы во всем доме, хорошо? Пока вы лежите, еще и чай напою. Ты не мой, а просто догинайся и все. Меня вчера внучка приезжала, все сделала. В 91 у Веры Яковлевны отменное чувство юмора, но, к сожалению, плохая память. Я вижу, что внучка, скорее всего, приезжала к бабушке на прошлой неделе, и полы во всем доме успели покрыться бытовым мусором. Не теряя ни минуты, принимаюсь за работу. Вера Яковлевна, я пришла вам сдавать работу и хочу сказать, что мы работаем на совесть. Мы во всем вашем доме вымыли полы и все пропылесосили. Проверять не нужно. Спасибо большое. Дай Бог вам здоровья. Ну и на прощание напоминаем. Команда «Утро добрых дел» умеет все и не боится никакой работы. Наш телефон 233 11 66. Звоните нам чаще.